третьего ряда. Анита, увидимся, давай. 22-го союза придет Великая Отечественная война. Около 40 тысяч человек, около 3 500 000 человек, около 9 миллионов человек и около 27 миллионов. Правильно. Да. А сколько дней будет? Не, я не думаю, что мы летим. 257 будет, 250, 1418, 460. В каком городе проходил суд на главным нацистским преступникам? Нет, 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 часа 3.30, нет, 3 часа 20 минут, хотя началось 22 июня, 3.40, 1941 год. Как назывался советский танк, конструкции, ну, честно сказать, справа было, МТ-2, они разные были, но как не знать про Великую Отечественную войну, как не знать про наших героев, конечно, Т-34, наш героический наш танк, который вот победа наш танк. Правильно. Человеческие потери Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Да никто не знает. Это все туфта. Написано 20 миллионов. Это все ерунда. Больше. Потому что советский народ потерял очень больше, чем 20 миллионов. Около 30 миллионов. Наши братья, сестры в тылу занимались, работали. Зато и поэтому и Россия победила. Россия победила, потому что она многонациональная, многострадальная, многорелигиозная. Вот братский советский народ победил. 20 миллионов – это ерунда. Написано официально 20 миллионов. Нет, больше. Правильно. Пострадала Россия. Сколько дней делать Великая Отечественная война? Ну, если в году, если в году 365 дней, если 4 года, 41 год, 45 год до 9 мая, если посчитать, если, конечно, дальше с японцами, если мы не воевали, если это посчитать, оно просто праздно будет. Ну, 365, 4 года, раз, умножаем, 1700. 1400 дней. Так получается 1441, 2, 3, 4, 5 год. 4 года. 1035. 700, 1400. Потом добавляем 9 мая. Январь, февраль, март, апрель, май. 30 дней. То есть снимаем. Три варианта ответа. Какие? 257, 650, 1418. Так как? 1300, да? 4600. Да. 4600? Нет, 1400. Другое. Да. Правильно. В каком городе проходил суд над главными нацистскими преступниками? Нюрнбергский процесс, как то и нельзя. Нюрнбергский процесс, конечно, проходил. Нюрнбергский проходил. Спасибо, ответили. Мы приехали на чемпионат Северо-Кавказского федерального округа. По самбо, по боевому самбо. Вот за таких вот волонтеров, за таких патриотов, как вы, сынов России, истинно патриотов, патриотку и патриотов кавказского народа России, держится вся Россия. Вот наши братские отношения, которые... И между прочим, если мы не будем знать свою историю, мы никто. Мы должны знать свою историю своей нации, своей России, своей нации. От братской Ингушетии, братский Ассаламу алейкум, братский Кабардино-Балкарии. Спасибо большое вам. Да, первый вопрос. Когда началась Великая Отечественная война? 22 июня 1941 года.
28 июня 41 года. Первая мировая война. Правильно. Да, вторая мировая. Великая Отечественная. О, 41 июня. Миллионы. Много очень погибло. Ну, значит, 27. Потому что я знаю, что миллионы очень много. Сколько там? 1700? 1400. Вот это. Это Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо.